Полина, что вот и все-таки посетить из таких мест, которые... Маршрут перестроить. Ну, допустим, один раз приехал в Москву, может, кто-то не из Москвы, да, не успел найти друзей, знакомых, вечер, все разъехались. Куда, может, театр, там, еще, по твоему мнению. Есть классный музей эмоций, где можно полежать в гробу. Это интересно, да? Все же все боятся смерти. Есть музей с секс-выставкой. Есть Ленин мавзолей, в конце концов. Секс с Лениным? Ну... Пробовала? Не пустили. Огонь. Что еще? Парки всякие, Горького, ВДНХ. Это главное запомнить. Ну и, конечно... Да, метро Павелецкая, Крутицкая 9С, боксы меняются. Ну, понимаете сами, да, мне тут не нужно объяснять. Да, вот и секс Ленин.